This is the future. Human error. Evolution. This is the future. This is the future. Итак, ребята, проехал я полпути и решил сделать вступление к этому видео. Еду я в Ульяновскую область. С парнями встретимся чуть позже. И очень приятно, когда едешь и есть место для отдыха. В данном случае я нахожусь на трассе, подъезжаю как бы уже к Ульяновской области. И приятно, когда на обочине вот стоят вот такие вот места для отдыха. Вот. Чисто хочу вам сказать огромное спасибо всем, кто занимается уборкой территории, потому что здесь даже подмели, представляете? То есть ни бычков, никакого мусора, ничего. Вот. И я вам хочу сказать, надеюсь, сегодняшняя экспедиция будет удачной. Погода, конечно, ветреная. Обещают дожди завтра, морозы, снег. Вот, ну, я надеюсь, это не повлияет на наши находки. В общем, проехал 200 километров. Остается еще половина. Ну, 240, если там 200-250. В общей сложности накатаем 450 километров. Вот. И я не знаю, блин. Поездка просто по бензину уже будет накладная. Вот, так что места красивые у нас в Самаре, в Самарской области, да и в Ульяновской тоже. Блин, темнота. Вот так вот лучше будет. В общем, хочу сам себе и пацанам пожелать, чтобы эта экспедиция была удачной, отдохнули замечательно, без происшествий, и чтобы находок было много. Ну, не просто много, но и качественно. Так что ждите видео. Надеюсь, я нарезки еще сделаю для заманухи какие-нибудь интересные, чтобы затравочка была весело, надеюсь, будет, потому что пацаны веселые, доброжелательные, компанейские, в общем... Погнали. Осталось всего-то 240 километров. Крупным планом, ребята, крупным планом. Наверху крест стоит. Купольная. Скорее всего, она. А купол деревянный, да, Паш? Или это листы железа? Железо, но... да. Цвет какой был? Купола золотистый, как в свое время, или, ну, скорее всего, какой-то, знаешь, стопудово вот это отлетело откуда, да. Здесь вот горелые постройки, не знаю, того же времени или новоделы, при храмах были много построек. Вот такое здесь убранство. Вот это да, вот это колонны. Нифига себе.
лепнина. Я вам, не знаю, говорил, нет, но это вообще вот такие вот здания, помещения. Просто, я не знаю. Просто величие, ребят, просто. Вы только посмотрите, как раньше делали. Колонны на колоннах, витрины. Сюда приходят молиться. Все, конечно, здесь обжили места голуби. Все в помете. Крыша течет. Долго еще простоит? Нет, ну вроде как пытались ее законсервировать, возможно, под строительство, но в нашем государстве это ничего не нужно. И все это дело уходит в небытие. Да, вот так вот все здесь, ребята, происходит. Ну, скажите, напишите в комментарии, как вам такое. Вот интересно то, что обычно в церквях имеются святые лики изображены, но здесь, видите, все в побелке. Возможно, его в советское время всех святых замазывали, не знаю. Если вот посмотреть, то здесь, видите, да, один слой штукатурки, второй слой. Возможно, здесь все святые лики были. И что самое интересное, вон то, вон, смотрите, какое деревянное. Видите, да? Мы сейчас и туда сходим, посмотрим. Как вам, ребят, такое? Дерево до сих пор существует. Смотрите, кладка кирпичная, белая связка. Это у нас, как вы знаете, связка белая. Это у нас скорлупа, белок, вот это все делает. К сожалению, здесь подпорка стоит, чтобы, ну, там вообще, ребят, там все разрушено, тоже святых ликов нету, в общем, такое. Обойдем, может, со стороны есть вход. Ну, ребят, я обожаю такие места посещать просто из-за съемки. Так, вход здесь, походу, ступени были возможны. Вот. Но, к сожалению, вовнутрь попасть мы не сможем. Вообще красота. Просто величие, смотрите. Кованые решетки до сих пор остались. И они очень красивые. Очень. Того стоило, чтобы сюда обзор сюда. Вот, что вы сейчас видите. Да, заехали, пути. Но она стоит. Офигеть. Вот в этих бы местах покопать бы, вообще было бы зачетно. Итак, ребята, я был вынужден остановиться вот на этом месте. А нахожусь я на Екатеринском тракте, который вот проходит. Да, здесь усеяно, видите, на заднем плане парни уже приступили. К чему? То, что в свое время здесь Екатерина приезжала, и здесь барин жил вот в той области. И он в честь проезда, блин, спрячусь от ветра, поставил здесь вот вековые сосны. Сейчас они вековые, а тогда были маленькие. Вот. И он жил в той области, и местные жители, которые проживали в другой стране, посыпали ему солью дорогу всегда, потому что он ездил исключительно на каретах, на санях. И здесь вот деревья в обхвате огромные, вообще огромные, в диаметре, наверное, 3 метра. Пацаны пытались его обнять с обоих сторон, и они не смогли его обхватить вдвоем. Вот, и сейчас георгиевскую ленточку я тоже повешу. Пожелаю себе успеха, здоровья, себе, близким, родным.
Вот. Ну и, конечно же, богатство. Богатство, конечно, с вашей помощью, я надеюсь, достигну. Вот. Так что очень приятно, когда вдоль дороги устанавливают вот такие вот беседки для отдыха путешественникам. И это вот, знаете, ну, в зачет. Хорошая традиция, особенно в Ульяновской области они часто находятся. Вот. И как бы парни повязали, теперь повязать надо и мне. Кстати, когда вяжут ленточку и когда она колышется, это типа означает, что происходит за вас молитва, и она учитывается того, что вы пожелаете. Вот, так что имейте в виду, если вы, ну, редко посещаете храмы, можно вот таким вот способом тоже молиться. Надо же на зачет место как-то повесить, чтобы оно долгие годы висело. Вот сюда вот я повешу. Потуже. И чтобы она не слетела, и до конца моих лет она колыхалась. Как бы, знаете, вековые деревья уже, сколько уже? 200 они лет с лишним стоят. Вот. И на мой век эта ленточка будет молиться за меня. Так что виси долго, колыхайся почаще, чтобы все мои мечты и пожелания сбылись. Ну а мы, конечно же, отправляемся в путь, дорогу, и продолжаем свое путешествие по Ульяновской области до места Копа. Итак, ребят, находимся мы в карете. Да-да, в той самой карете, которая проезжала мимо этого населенного пункта. Хотя тогда, может быть, этого населенного пункта и не было. Деревня называется Екатериновка. В честь нее и назвали это поселение. Оно небольшое, но оно есть. Находится на Екатериновском тракте. Вот такая карета. Буду я сегодня кучером. Буду ехать, направлять пацанов на место дислокации. Вот такая интересная вот карета. Имеется именная табличка. Так, автобусная остановка. Карета царицы Екатерины. Вот так вот, ребят. Екатерина.